Какая красотень, посмотрите, в Харькове, да? Вот если бы еще запустили, собственно, фонтанчик, было бы вообще все красиво. Тополя какие огромные. Памятник он какой-то. Чувака плющит. Все как всегда. Вот вид какой, на секундочку, да? Пойдемте сюда по аллейке пройдемся. Как раз поглядим, что тут, как тут. Люди гуляют. Основная масса всех без масок. Что ты кипишуешь, а? Кипишуют. Вокруг шум, пусть так, не кипишуй. Все ништяк, да, ребят? Вон грязюка, все как положено. Но это, видать, дождик шел, все смывал. Ну и мать, так все решили оставить. Вот иду, аллейка, вот смотрите, грязище. Это если, это хорошо, как бы я иду, а если кто-то инвалид какой-то, как тут пройти. Я специально сюда пошел, думаю, чтобы более-менее скосик, так скажем, был. Вот. Вы, наверное, уже догадались, куда я иду, да? Ну, я же здесь, вот я гуляю, да, к примеру, я же не вижу никаких там. Аллейка, шуруем потихонечку. Вот иду, свадьбы, там люди есть, гуляют, еще что-то. Да видите, какие-то опоры, старые кирпичи. Ну то, что не видно, то как бы и не делается. Вот если так обратить внимание. Вот. Мужичок тоже идет. Ну, а я, собственно, иду, я там снимал ролик, выкладывал, иду в биотуалет. Собственно, вот на площадочке на этой. Вот, пожалуйста, кого интересует. Тут уже даже можно без дорожки пройтись. То есть буквально вот, пожалуйста. Вот здесь цивилизация. Тут уже все. Вот он. Пожалуйста, биотуалет открыт. Кого интересует, можно заходить свободно. Это вот, чтобы вы, ребятки, понимали. Это, собственно, вот возле музея фотоиллюзий. Видите? Написано музей фотоиллюзий. И вот там находится фотоиллюзия. Ну, как-то так. Может, это просто фотоиллюзия. Может, это реально крутой биотуалет. Ну, такая фитоиллюзия. Центральная улица, пожалуйста.